8 сотрудников финансовой полиции по итогам аттестации будут уволены. Неочередная аттестация для работников этого ведомства завершена. О том, как прошла оценка личностных и профессиональных качеств, рассказал член аттестационной комиссии, ветеран финансовой полиции Марат Дюсикеев. Еще в начале апреля указом президента была организована внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов. Более 5000 работников внутренних дел по всей области получат оценку служебной деятельности, профессиональных и личных качеств. Аттестация для сотрудников Финпола закончилась. Она была принципиальна и демократична, утверждает член аттестационной комиссии, ветеран органов финансовой полиции Марат Дюсикеев. Я принимал участие в обсуждении каждого сотрудника. Конечно, руководитель области, господин Исабеков, провел на высоком уровне эту аттестацию. Он по каждому сотруднику докладывался его деловые качества, моральные качества. Здесь принимали участие руководитель подразделений, и это своя служба безопасности. Руководитель сам докладывал, и каждая кандидатура у нас обсуждался. Марат Дюсикеев проработал в правоохранительных органах более 30 лет. По его словам, одним из затруднительных этапов аттестации для сотрудников Финпола была огневая подготовка. Потому что это не милиция. Это в милиции там очень серьезное отношение к огневой подготовке. Здесь другой же стиль работы, другие задачи. Поэтому они хотя и проходят, но не в такой степени, видать, подготовлены еще по огневой подготовке. Ну, думаю, это исправимые вопросы. Напомним, что 8 из 186 сотрудников финансовой полиции подлежат увольнению из ведомства. Более 20 человек будут понижены в должности.